Здравствуйте, ребята. Вот сегодня поднял трубку, телефон городской, а он не работает. Пошел туда на АТС, они проверили, говорят, там линия оборвана. И вот, думал, коробочка вот эта неисправна. Может, она исправна. Сейчас подключу. Вот эта коробочка такая вот. Вот. Раньше было сюда интернет подключен. Интернет по кабелю теперь идет. А это решил переделать. И получилось так, что переделал не в ту сторону. Сейчас попробуем. Так, сейчас вот это соединим. Так. Тут. Так, и сюда сказали, сюда надо линию подключить, а телефон в другое место. Так, вот она линия. Сейчас мобильная связь у нас сейчас, но городской телефон неохота отключать, потому что иногда и городским телефоном пользуемся, особенно междугородка, звоним за границу, выгоднее звонить по этому телефону, по городскому, чем по мобильному. Мобильному дороже подключать получается. Сейчас посмотрим, что я тут наделал. Так, ну-ка, куда это включать? Так, включил. О, звудит, занято, все работает. А куда ж позвонить? Не отвечает. Другой. Так. Ну, вроде работает. Вот идут. Ну, чуть работает, все. Все, сейчас закроем. Теперь вот так вот. Так, вот так вот. Вот и все. Коробочку сюда. Еще раз проверим. Вот так вот подсоединяется, раз, легко. Если знаешь, куда подсоединять, подсоединяешь, и он будет работать. Вот так вот все. Телефон сделали.